Right to Life presents. Этим двум щенкам удалось преодолеть суровые жизненные испытания при экстремально низких температурах. Вдали от любимой мамы, рядом с которой прижавшись, можно было бы согреться. Оставленные на морозе маленькие щенки боролись за свое существование, ведь температура продолжала опускаться, а согреться было негде. На улице прошел мокрый снег, и малыши были насквозь мокрые. Так как температура понижалась, их шерстка начала покрываться толстой коркой льда. Меховая шубка больше не грела, а наоборот, забирала тепло. Прохожий пришел ставить машину в гараж и сразу же обратил на бегающих щенков. Сперва они пытались спрятаться, а потом просто сели и, прижавшись друг к другу, стали пытаться согреться, дрожа от холода. Мужчина понимал всю серьезность ситуации и что малыши сами не справятся. Он взял их с собой в гараж, чтобы согреть. Как только он нашел их, мужчина немедленно накрыл их одеялом, а затем в гараже он устроил им банные процедуры. Щенки приняли горячую ванну. Прежде всего, помыв и согрев их, они уже обрели немного спокойствия. Они поняли, что их испытания, связанные с риском для жизни, закончились. Из гаража он уже позвонил в приют и сообщил о своей непростой находке. Уже через час на место приехали волонтеры и, расспросив спасителя о том, как он их нашел, забрали малышей к себе. Это ангел в человеческом обличье дал им шанс на новую жизнь, но впереди были новые испытания. Морозные дни, когда температура быстро опускается ниже нуля, подвергают риску жизни всех живых существ, особенно малышей. Тот, кто оставил их на улице, в такую погоду подверг жизни этих двух маленьких собачек серьезному риску, и им пришлось бороться за собственное выживание, в то время как хозяин, скорее всего, грелся в тепле. Им пришлось столкнуться с огромной опасностью оказаться одинокими и брошенными на морозе. Они настолько промокли, что пытались согреть друг друга. Обнимаясь, они надеялись, что станет хоть немного теплее. Вид этих маленьких двух щенков сразу растопил сердца людей, которые приехали их забирать в приют. Волонтеры не переставали задаваться вопросами. Они не могли понять, кто мог оставить в такую погоду этих малышей на улице и как они смогли оставаться снаружи так долго. Их маленькие тела замерзли, шерстка перестала греть из-за образовавшейся корки льда, и им грозила серьезная опасность, если бы кто-то их не спас. Но добросердечные, чувствительные и альтруистичные люди существуют. Таким образом, две собачки нашли приют и спасение. За короткое время щенки восстановили весь потерянный вес и энергию, потраченную на борьбу с этим ужасным холодом. Мало-помалу они набирали все больше и больше сил. Они сразу же начали проявлять дружелюбный характер и оказались очень хорошими и милыми. В приюте в них влюбились абсолютно все. Эти два малыша просто покорили сердца людей. Сотрудники приюта понимали, что такие замечательные малыши просто обязаны иметь свой собственный уютный дом и любящих заботливых хозяев. Они разместили объявление о поиске нового дома для малышей, и уже на следующий день они его нашли. В приют пришел мужчина, у него свой частный дом, и забрал обоих щенков к себе, чтобы не разлучать. Ведь они столько вместе пережили. Малышей назвали Билли и Тед. Счастливая жизнь наконец-то предстала перед ними. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.